праздник лета и солнца. Кого мы в гости сейчас будем звать? Солнышко! Конечно же, солнышко! Давайте позовем его вместе. Солнышко! Три, два, один! Солнышко, приходи, давай, чекли. Солнышко! Приходи! Еще раз начинать. Здесь парашют. Давай тогда, чтобы солнышко пришло. Чего микрофон? Потому что солнышко услышит нас. Увидит. Да, сейчас мы сделаем с вами красивую солнышко. Солнышко ведешь. Вот мы говорим. Выглянем в окошко. Делали окошко. Красная, нарядись. Ясная, покажись. Вот, какое красивое мы с вами стихотворение про солнышко. Давай еще. Солнышко, ведрышко. Потянули ручку. Солнышко, ведрышко. Выгляни в окошко. Выгляни в окошко. Красная, покажись. Покажись. Ясная, нарядись. Поете, солнышко даете, ха-ха-ха-ха-ха. И все такие добрые, и все такие милые. А я? Нет, я злючка-колючка. Видите, какие колючки у меня. Я злая-призлая, ни с кем не дружу. И ваше солнышко. Видите, сколько мне злости-то? О, это все моя злость. Ваше солнышко, это я заколдовала. Не увидите вы его. И лето у вас будет грустное. Будете все грустить и песенки петь не будете. Вот так. Ребята, ой, какой кошмар. Солнышко у нас украли. А мы его так на праздник ждем. Мы золотой трон приготовили. Что же нам делать? Злючка-колючка, вот ты знаешь, что я тебе хочу сказать? С тобой ведь никто не хочет дружить. И не будет с тобой никто дружить, раз ты такие злые дела делаешь. Знай, никто со мной пожалуйста. Не дружит. Я одна одинешенька на всем белом свете. А мне тоже друзей-то хочется, только я ведь не знаю, как дружить и не умею. Тоже хочется стать доброй, кто бы научил? Ребят, научим? Быть доброй, злючку-колючку, конечно, да. Научим. Может, вам даже доброе дело сделать, солнышко расколдовать? Вы знаете что? Я-то его хочу расколдовать, только забыла, как заколдовала. Память у меня плохая.
а все свои злодействия записываю вот на эту книжечку. Видите, написано? Записную книжку, злючки-колючки. Я что, сделаю плохое, как заколдую, так все книжечку и нарисую. Злючка, ты писать умеешь? Ты в школу ходила? Нет, писать я не умею, я картинки рисую. Картинки? Да, вот я заколдовала, все картиночки сделала, и сейчас мы с вами с помощью этих картиночек солнышко расколдуем. Поможете? Готовы, ребята? Так, что у меня там первое в картиночке? Давай, это ну-ка. Ну-ка. Ой, что это такое, ребята? Цветы, а вы их знаете? А я хочу проверить. Ну-ка, я посмотрю, как вы про цветы-то все знаете. Небось, загадки есть. Злючка, колючка, я не сомневаюсь, что наши ребята знают все-все-все о цветах, да, ребят? Да. Ну-ка, я послушаю. Я знаю розы. Сейчас я вам буду, ребятки, загадывать загадки. Я буду загадывать загадки. Кто знает, поднимает ручку, кто не кричит. Культурно отвечает. Был он желтеньким цветком, белым стал, как снежный ком. Дуну девочка и мальчик облетает. Одуванчик. Договорились, да? Одуванчик. Так, молодцы. Ну что, злючка-колючка, угадали? А я-то не знала. Я узнала с помощью вас одуванчик. Вторая загадка, ребята, готовы? Да. Вырос в поле цветочек, сверху синий огонечек, снизу тонкий стебелек. Что за цветок? У синеньких цветочек. Колокольчик. Колокольчик. Нет, не колокольчик. Василек. Ну, Василек. Цветочек, ребята. Синенький. Как группа называется? Солнышко не вернем. Скорее давайте. Синий цветочек. Какой еще? Группа. Группа-то у вас какая? Василёк! Конечно, знаю, вспомнили. Так. А еще знаете? Внимание. Слушаем дальше. Цветики, картинка. И желтой серединкой. Белая рубашка хороша. Ромашка. Молодцы. Какие умнички. Выросли звоночки в ряд. Жалко только, не звенят. Синие бутончики – это... Колокольчики! Да, ну молодцы. И последняя загадка, ребята. Давайте, давайте, отгадайте. Горделивая сестрица. Всех цветов она царица. Страшный приход мороза. А зовут царицу... Роза! Ой, что это со мной приключилось? Что это было? Вы не знаете? Злючка-колючка, я знаю. Кажется, это из тебя зло выходит. Это вот это моя злость вышла. Вот это вы меня расколдовали. Вот это да. Ой, загляну-ка я еще в записную книжку. Что же у меня там дальше-то есть? Что там, ребята? Что это? Вы молодцы, какие знают. А что за цветочек, цветик, семицветик, ребят? Чем это? Это вот зацветный. Правильно, у него все лепесточки разного цвета. И какой он? Разный. Волшебный он у нас, этот цветочек. Если отрывать лепесточек по одному, можно загадывать, что? Желание. Желание. Вот сейчас, чтобы все-все наши желания сбылись, станцуем волшебный танец, который мы с вами знаем. И называется он «Цветик-семицветик». А ты, Злючка-колючка, можешь посидеть пока на твой. Хорошо, пока солнышко-то нет, посижу. Сделали, кроме первой линии, шаг назад. Ко мне подходим ближе.
Шаг назад, ребятки. Надо за ней что сделать. Да. Ножки на ширине плеч. Готовы? А другие говорят, что же покажут. Танцуем красиво. Наверное, мы прям все ближе и ближе солнышко расколдовать, да? Ближе каждым шагом. А я свою записную книжку еще полистаю. Сейчас. Ой! Опять злость из меня выходит, ребята. Вы прямо меня даже... Я расколдовываю солнышко, а вы расколдовываете меня. Как у вас здорово получается. Что же следующее за моей записной книжечкой? Ромашка! Ой, как мне стыдно. Ребят, ни одной ромашки нет. Посмотрите, у нас не растут ромашки. Куда ты их подевала? Злючка-колючка. Где наши ромашки красивые? И все ромашки по лугу разбросала. А собирать так не хотелось. Так было лень. Ой, даже не знаю, что делать. Забилась! Поможете? Какие вы добрые! Я у вас поучусь быть добрыми. Так, сейчас, ребятки, снова соберем наши ромашки. Снова посадим их на наш лужок зеленый. Сейчас каждому. Встаньте, пожалуйста, где команда. Давайте, команда, мальчик. Я до смерти, я шариков до смерти боюсь.
замахни. Так, ребятки, смотрите внимательно. Ребятки. Это кто там у злючки колючки вредности научился, а? Нету там таких вредных. Так, сейчас мы видим, что у нас от ромашки будет лежать наша серединка желтая красивая, да? Нам надо на эту желтую серединку добавить лепесточки красивые. Сможем? И посмотрим, кто у нас быстрее соберет. Так, сейчас Евгения Михайловна, девочка, просто ветерок. Ловите скорее лепесточки, несите скорее, не Михайловна мне. Вы же такие добрые дети. Thank you.
Как мне понравился ваш хоровод! Ой, ой, ой! Не может? Давайте, ребята, на место. Ой, что со мной приключилось, дети? Я стала какая-то худенькая! Ой, колючка-колючка такая. Куда моя злость-то делась? Ой, похудела-то как она. Ой, вы меня сделали добрее. Вы меня сделали веселее. Мне с вами очень понравилось. И мне кажется, колдовство мое сейчас разрушится. Если мы сделали все правильно, если мы правильно потанцевали, и хоровод, и ромашку собрали, солнышко скоро должно появиться. А я с вами прощаюсь. Да куда ж ты, злючка-колючка? Ну что, останешься с нами? Пойду добрые дела делать. Стыдно мне, пойду исправляться. Пойду свои колючки снимать. Не хочу больше быть злючей и колючей. Вот буду пушистой, доброй и веселой. Колючку добрую, добрую и добрую. Смотрите, спасибо, какая она вам. До свидания, ребята. До свидания. Пойду колючки закопали. Не хочу больше быть такой скучей. Ну что, давайте с вами солнышко позовем, ребятки, да? Ну теперь она уж точно к нам придет. Кричим. Солнышко, приходи! Еще позовем. Солнышко, приходи! Здравствуй, наша любимая. Как мы рады, что мы тебя расколдовали. Мы так старались, да, ребят? Мы столько заданий выполнили, чтобы тебя вернуть. Ура! Я рада, что я к вам пришла, ребята. Солнышко, посмотри, какой трон мы тебе красиво приготовили. Садись скорее. У меня, ну, солнышко, 100 забот. Обогреть ваш огород, все цветочки распустить. Приходит, вот оно как светит. На веранде погостила, после ливня набегу делать радугу дужу. И девчушки, веселушки на нос не рубят. Да, солнышко, у тебя действительно много забот. Весь мир ты обогреваешь и усталости не знаешь. Утром солнышко встает, все гулять оно зовет. Собирайтесь, наряжайтесь, веселее улыбайтесь. Веселимся, ребят. Начиная новый день, мне, друзья, светит не лень. Так давайте мы сейчас все попляшем вместе. Готовы, ребятки? Да! Ну, солнышко, знаешь, плясать мы уже плясали, песенки мы уже пели. Что мы с вами, ребятки, не делали? Мы не рисовали еще. Давай мы сейчас тебе нарисуем красивые радугу. Готовы, ребятки? Радуга нарисовала. Радугу мою. Давайте красивую. По командам опять встанем. Команда мальчиков и девочек. И для солнышка красивую, красивую радугу нарисуем. Я первая. Вот. А тут мальчики. Дед, ты слышишь? Ты слышишь? По одному. Гоша, по одному. Первый бежит, берет мелок, рисует что? Дугу разу, одним цветом. Добегает. Второй подбежал, берет другой мелок, чтобы цвета не повторялись.
рисует следующую радугу. И так вы должны делать красивую радугу. Поняли? По одному каждый рисует, чтобы цвет не повторялся. А мы посмотрим, как вы знаете цвета и знаете ли вы, что не надо их повторять. Радуги же не бывает двух одинаковых цветов. Нет, они все у нас. Почему радуги? Они все разные радуги. Готовы, ребята? Давайте на старт, внимание! На старт, внимание, марш! По одному! Я же по одному, я же за линию зайду. Подтрогайте бананы руками.
Алиса, молодец, да, молодец. Первая пара. Алиса, молодец. Первая пара.